Всем привет, ребята, меня зовут Олег, и это новый выпуск Шараньюз. А сегодня мы вместе с вами рассмотрим, какие обновления у нас появились во вторник. Заваривайте скорее чаек, ну а я побежал смотреть. Приятного вам просмотра. Друзья, наша команда поздравляет всех смешариков с Днем Святого Валентина. Желаем вам безграничного счастья, любви и верности. А в честь этого события Бараш решил подготовить для Нюши целую гору валентинок. Приходите к нему в парк аттракционов, собирайте валентинки и обменивайте на крутые призы. А сразу после можно отправиться на тематическую распродажу. Мы уже прикупили для себя пару нарядов, а вы свой ответ пишите в комментариях. А еще 14 февраля празднует свой день рождения ежик. Именинник в честь этого подготовил праздничную распродажу, где вы найдете бесплатный подарок и множество других тематических вещей. И не забывайте забегать на умную гору и играть в царь горы. А на этот раз вы можете получить магию ежика и множество других ценных призов. А на этом обзор обновлений подошел к концу. Не забывайте ставить лайки под видео, оставлять комментарии и подписываться на канал Шарарама. Дальше интереснее. Удачи вам и хорошего настроения. Всем пока!